Это новости в студии Гульнара Жандагулова, сурдоперевод Хасан Исраилов. Вопросы развития автомобильной промышленности обсудил Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Kia Corporation Хо Сунг Сонгом в Акурде. Глава автоконцерна рассказал Токаеву о строительстве завода полного цикла по выпуску автомобилей в Кустанае. Работы планируют завершить до конца года. В реализацию проекта привлечено более 90 миллиардов тенге инвестиций. Ожидается, что запуск предприятия позволит создать 1500 постоянных рабочих мест. Касым-Жомарт Токаев поприветствовал решение Kia по локализации производства автокомпонентов в нашей стране, а также отметил необходимость подготовки отечественных квалифицированных специалистов для развития отрасли. В Казахстане ужесточат ответственность за незаконное строительство. Олжас Бектенов поручил профильному министерству за месяц разработать соответствующие поправки и внести их в проект строительного кодекса. В этом году стоит задача ввести 18 миллионов квадратных метров жилья по стране. В этой связи премьер-министр заявил о необходимости принять меры по запуску новых жилищных программ и реализовать механизм арендного жилья для стимулирования спроса на недвижимость. Министерством промышленности и торговли совместно с агентством по защите конкуренции поручено не допустить ажиотажа на рынке недвижимости и строительных материалов. Важным вопросом является обеспечение качества строительства и соответствие законодательству. Строительные компании обязаны четко исполнять взятые на себя обязательства и не допускать низкого качества строительства, а при выявлении недостатков оперативно их исправлять. До 150 МРП дополнительно выплатят пострадавшим от паводков. Ранее 11 тысяч семей уже получили единовременную компенсацию 100 МРП. Доп. Выплаты сегодня в ходе заседания Кабмина анонсировал премьер. На эти деньги люди смогут приобрести вещи первой необходимости, мебель, одежду и посуду, отметил глава Кабмина. Возместят потери и предпринимателям. Министерству ПЧС с акиматами нужно продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой. При необходимости обеспечить эвакуацию населения. Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке. Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов. Семьям, чье жилье было разрушено паводками, помогут в его восстановлении. Государство предлагает два варианта – построить новый дом, либо купить жилье на вторичном рынке. Об этом сегодня рассказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Глава ведомства подчеркнул, деньги на самостоятельную покупку жилья власти выдавать не будут. Также заново возводить жилье не будут и в затапливаемых территориях. Батагоз Базарбаева расскажет подробнее. Житель Подстепного Ерлан Абуов строил этот дом своими руками. 5 лет назад сделал ремонт. Каркасно-щитовой дом наводнение не выдержал. Восстановить его невозможно, только снести, рассказывает мужчина. Стена дома рушится, доски внизу подгнили, фундамент просел, видны трещины. Нам сказали, пока ничего нельзя трогать, приводить в порядок. Мы просто пытаемся проветрить дом, просушить. Включаем отопление. Сейчас семья живет у родственников в соседнем селе. Глава семьи каждый день привозит и забирает сына из школы. Супруги вспоминают, вода пришла быстро, вывести ничего не успели. Морозилку только подняли, поставили на стол, собрали документы, необходимые из одежды, учебники сына. Нам уже с улицы кричат «выходите быстрее». Вся мебель, ковры, техника остались в воде. Когда пришла комиссия, сказали, что вода поднялась от пола на 40 сантиметров. Сегодня премьер поручил акиматам в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья. Правительство намерено построить и отремонтировать дома в течение лета. Пострадавшим предлагается выбрать жилье на вторичном рынке, либо ждать постройки нового дома. Одноквартирный 80 квадратных метров планируется построить в 1,5 месяца. На возведение дома вдвое больше на 2 семьи потребуется 2,5 месяца. Жилье будут сдавать в чистовой отделке. В случае признания жилья невосстановляемым и непригодным существует 2 механизма. По решению акимата в данном регионе приобретается квартира по выбору, согласованному с пострадавшим. Либо мы заново строим это жилье. Второе. Значит, для обеспечения выполнения ремонтных работ после заключения и технического освидетельствования жилья
по решению акиматов либо выделяются денежные средства на компенсацию ремонта, либо ремонт осуществляется за счет акимата строительной компании. Строительные компании будут выбирать вне конкурса. Времени на розыгрыш тендеров нет, подчеркнули в профильном ведомстве. Прибыли застройщики не получат. Работы уже стартовали в селе Кобдах Тюбинской области. Ситуация, я сразу скажу, достаточно сложная в городах. Там в некоторых местах придется возводить многоквартирные дома. Восстанавливать жилье в местах подтопления мы не поддерживаем. То есть, несмотря даже если есть пожелание человека остаться там, где он живет, восстанавливать жилье в зоне подтопления мы не будем. Почему? Потому что это, ну, по факту эта ситуация будет у нас повторяться каждый год. Если жилье можно отремонтировать, то после технического обследования местные власти выделят необходимые деньги. Выбрать можно и другой вариант. Акимат нанимает для ремонта одну из местных строительных компаний. Восстанавливать хозпостройки не будут. Что касается дач, дома и квартиры получат только те казахстанцы, у которых дача была единственным жильем. К слову, оформить заявление пострадавшим от наводнения готовы помочь юристы и волонтеры. Ну, на сегодняшний день, к сожалению, я как юрист могу твердо сказать, что пострадавшие районы, да, скорее всего, регионы, многие же это жилые дома, скорее всего, не узаконены. Возможно, не будет у них правоустанавливающих документов. В случае, если пострадало имущество, например, телевизор, холодильник или все бытовая техника, там еще какие-то имущества, это все нужно указать в заявлении. Заявление мы готовы помочь оформить правильно. Сейчас в стране подтопленными еще остается около 5000 домов, больше 18000 дач. В районах, где вода уже ушла, акиматы выбирают земельные участки для новой застройки. Путогоз Базарбаева, Канат Махмутов, 24 КЗ. В Североказахстанской области начали проводить оценку пострадавшего имущества. Независимые эксперты по заявлениям владельцев затопленных домов приезжают на осмотр и делают анализ. При этом возвращаться в свои дома жителям пока не рекомендуется. Угроза паводка полностью еще не миновала. Наталья Волкова продолжит. Вода дошла вот до подоконника, вот до сюда. Мы все мебель там подняли, но все равно задело. Этот дом семья Жагипаровых построила 4 года назад. Сегодня вместе с экспертами они еле пробрались к своему двору. Мебель вся испортилась там, сами внизу. Холодильники у нас перевернутые в комнате. И стиралка все намокли. Не знаем, надо теперь в эту сервис отпустить, там справку взять. Они будут выплачивать нам или нет, не знаем. Сами живы остались, тому рады. Ждут экспертов и соседи МакПал. Чита Рахимовых стихию пережидают у родственников. Иногда наведываются в свой дом. Всплывшие полы и мебель, по их мнению, уже им не пригодится. Утром в 7 часов нас ребята, МЧСники, разбудили, объявили эвакуацию, сказали, что вода идет. Мы в окно смотрим, вот видно, здесь берег Старицы. Чашку чая выпили, наверное, и через час уже вода здесь была на пороге. Ну, успели, что, поезд еще с собой забрали, ушли. Ничего мы не успели сделать даже. Нас предупреждали, говорили, конечно, но не ожидали, что так будет резко все это. Морально тяжело. А так материально даже не могу сказать, что это обойдется. Эксперты проводят оценку имущества по мере того, как снижается уровень воды. В затопленных домах невозможно полноценно изучить масштабы ущерба. Готовые документы специалисты передают в местные акиматы. Оценивается повреждение по ремонту, что пострадало пол, отделка пола, ламинат либо линолеум. Что под ним? ДВП, ДСП. Оно, соответственно, подлежит замене, так как оно промокло, использование невозможно. Стены, обои, либо декор-панель, мебель, техника. На технику требуется заключение специальное, что оно непригодно, так как мы его дать не можем. В ауле Бесколь затоплено менее 200 жилых домов. Порядка 800 граждан выплачена единовременная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей. Наталья Волкова, Коныш Казбеков, 24 КЗ, Северо-Казахстанская область. Новые дома взамен тех, что стали непригодны для проживания после паводка, построят и в Западно-Казахстанской области. В частности, определены земельные участки, начаты геологические работы и топосъемка. Новое жилье возведут за счет компаний недропользователей и крупного бизнеса. Средства также выделят из общественного фонда «Казахстан Халкна». В области от большой воды пострадало почти 1300 домов. Почти треть из них признаны непригодными для дальнейшего проживания. Местные власти обещают оказать помощь, в том числе и жителям дачных массивов. По дачникам будем выдавать
или строить, или покупать квартиру тем, где дача, жилье является его единственным жильем. Если у человека имеет в городе или в других городах имеет жилье, им компенсацию или строительство жилья рассматриваться не будет. На сегодня в СОН сдали около 4000 заявлений от дачников. На сегодня уже с резерва области было выделено на выплату 100 МРП. 402 миллиона тенге уже выплачено, передано районным и городским бюджетам. Соответственно, сейчас проводится выплата пострадавшим. Буквально на днях принято постановление о компенсации за падеж скота в размере 187 миллионов тенге. На сегодня сумма составляет 1,2 миллиарда. Остаток. В случае нехватки местным исполнительным органам будет приниматься дополнительное решение по пополнению резерва. Восстановительные работы после паводков продолжают и в Атырауской области, в затопленных микрорайонах Кульсары. Коммунальные службы и спасатели уже откачали больше 1 200 000 кубометров воды. Аварийно-спасательные службы работают круглые сутки, откачивают воду и днем, и ночью. В ликвидации последствий паводков участвует около 3000 человек. С помощью 100 единиц спецтехники уже осушили больше 1500 дворов. Из затопленных районов уже откачали 1 286 000 кубометров воды. В результате талую воду отвели со дворов 1575 домов. В работах задействованы 4 пожарно-насосные станции, 38 водяных агрегатов и 51 вакуумная техника. Пострадавшим от паводков помогают и жители соседних регионов. К примеру, спасатели из Мангистауской области, прибывшие в город еще 6 апреля, активно участвовали в берегоукрепительных работах. Сейчас они устраняют последствия стихии. «5 апреля нас вызвали по тревоге, и уже 6 апреля мы приехали в Кульсары. В группе 72 человека личного состава. Сейчас проводим работу по откачке воды. С собой привезли мотопомпы, 7 переносных и 4 прицепного типа». Паводковая ситуация в Жилойском районе стабилизировалась. Говорят, в ДЧС уровень воды в реке Жем снизился до 175 сантиметров. Помимо работ по откачке воды, специалисты проводят дезинфекцию. Улжан Сайдильдина, Асламбек Шигыр, 24 КИЗ, Атырауская область. На востоке Казахстана продолжают противопаводковые мероприятия. Идет постоянный мониторинг опасных зон, в том числе с воздуха. В Курчумском районе угроза подтопления наиболее вероятна на 7 участках. Там сейчас возводят дамбы, чтобы защитить 7 населенных пунктов. По данным гидрометеорологов, снег в горах близ этих сел только начал таять. Поэтому возможно повышение уровня воды в реках Калгуты и Курчум. Тогда в зоне риска окажутся 9000 человек. Поэтому в районе заблаговременно строят укрепительные сооружения. В целях предупреждения паводков проводится работа по Курчумскому сельскому округу. Это у нас в селе Топкарик, берегоукрепление и наращивание дамбы протяженностью 500 метров. По Абайскому сельскому округу в районе села Бурабай проводится такая же аналогичная работа. И на участке есть Побед протяженностью 1300 метров квадратных. Плюс дополнительно в Маралдинском сельском округе проводится работа по укреплению береговой линии. В Актау в связи с плановой реконструкцией магистральных теплосетей все лето не будет горячей воды. Специалистам необходимо подготовиться к предстоящему отопительному сезону, так как изношенность коммуникаций в городе составляет 79%. Только в прошлом отопительном сезоне в Актау зарегистрировано почти 670 аварий. Магистральный трубопровод протяженностью 44 километра отремонтируют поэтапно. В этом году реконструируют почти 8 километров сетей. Это первый подобный масштабный ремонт в областном центре. Ранее ремонтировали частично или в случае аварий. Самые основные работы только начинаются. Поэтому, если мы хотим зимой иметь бесперебойное отопление и горячую воду, мы должны работать сейчас. Надо успеть до отопительного сезона.
В Алматинской области продолжают тушить сухостой на территории Лебо-Алхашского государственного природного резервата. Уже произведено 65 сбросов воды с воздуха, а это 195 тонн. По словам спасателей, сильный ветер и труднодоступная болотистая местность осложняют тушение пожара. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в ДЧС области. Сгоревший лес восстанавливают в Караганде. Сегодня приступили к посадке сеянцев двухгодичной сосны. В течение недели лесники вручную будут укоренять молодые растения, что гарантирует их высокую приживаемость. Всего высадят 90 тысяч сеянцев. Их специалисты называют самыми приемлемыми для восстановления насаждений. Два года назад здесь выгорело 70 гектаров лесопосадки. Причиной пожара стал открытый огонь. Ущерб государству превысил 11 миллионов тенге. 90 тысяч сеянцев будет посажено на 20 гектар в рамках республиканской акции, экологической акции «Таза Казахстан». На сегодняшний день около 100 лесников государственной лесоохраны участвуют, вместе с тем государственные служащие. На территории области будет посажено весной и осенью 1 272 000 саженцев, сеянцев на территории 620 гектаров. В Алматы с начала года завели 18 уголовных дел, связанных с игорным бизнесом. В результате осудили 14 человек. Такими данными поделились в городском департаменте экономических расследований. Специалисты отмечают, в ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяли несколько сотен игровых автоматов и уничтожили 1500 терминалов. Кроме того, заблокировали гиперссылки на подозрительные игровые сайты. Тем не менее, число страдающих от лудомании остается стабильно высоким. Поэтому в департаменте призывают общественность активнее принимать участие в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. На телефон доверия департамента поступает обращение от граждан, на основании которых следственно оперативной группы незамедлительно проводятся соответствующие мероприятия. Мы открыты для сотрудничества и в пределах своей компетенции готовы реагировать на любой сигнал. По всем экономическим правонарушениям жители могут обращаться непосредственно в департамент экономических расследований. Ущерб от наводнений в провинции Гуандун на юге Китая оценили в 19 миллионов долларов. Власти заявляют, цифра может увеличиться. Уровень воды в местной реке Бэй приблизился к столетнему максимуму. Стихия унесла жизни 4 человек. 10 пропали без вести. Разрушены 84 дома. Продолжается эвакуация населения. Из зон бедствия вывезли 110 тысяч человек. Без света остались 1,5 миллиона домохозяйств. 1000 школ закрыты. Рейсы в международном аэропорту Гуанчжоу от отменены. Власти повысили уровень реагирования на ЧС в регионе до 2 уровня. Число жертв сильного наводнения в Пакистане возросло до 141 человека. Десятки получили ранения. Больше всего от паводков пострадали северо-западные районы провинции Хайбер-Пахтунхва. Там под воду ушли целые села, а люди были вынуждены искать убежище на возвышенностях. Разрушены 1500 домов, затоплены больше 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни на страну обрушатся новые ливни. С начала месяца в регионе выпало в 2 раза больше осадков обычного. В немецком городе Магдебург открылось почетное консульство Казахстана. Представляет нашу страну федеральные земли Саксония-Анхальт будет предприниматель Феликс фон Лимбург. Консульский патент ему вручил посол нашей страны ФРГ Нурлан Унжанов. Какие задачи стоят перед новым офисом и какое значение он имеет для двустороннего сотрудничества, расскажет Шолпан Найманбаева. Казахстан уже имеет 4 почетных консульства на территории Германии. В Гамбурге, Ганновере, Штутгарте и Дортмунде. Теперь же наша страна представлена и в регионе Саксония-Анхальт. Основная миссия почетных консульств – привлекать инвестиции и налаживать связи с Казахстаном. В церемонии открытия почетного консульства приняли участие политики, бизнесмены, представители дипломатического корпуса и деловых кругов региона. Посол нашей страны Нурлан Унжанов презентовал возможности Казахстана и торжественно вручил новому главе консульский патент. Представительство Казахстана, открытое в Магдебурге, будет работать на всю федеральную землю Саксония-Анхальт. Здесь развито сельское хозяйство, химическая промышленность. Есть также большой потенциал для сотрудничества в сфере образования и туризма, говорят эксперты. К
Казахстан для нас очень важный партнер. У нас есть большой интерес расширять двусторонние отношения. Этому будет способствовать новое почетное консульство во главе с таким активным предпринимателем. Мы обозначили главные направления совместной работы от экономики до культуры. Казахстан богат природными ресурсами, а наши бизнесмены готовы делиться технологиями для добычи и разработки. Открытие консульства имеет большое значение для земли Саксония-Анхальт. Вы видите, сколько гостей из разных сфер пришли на церемонию. Этот интерес свидетельствует о том, что открывается больше возможностей для сотрудничества с Казахстаном в сфере переработки сырья, пищевой индустрии и сельском хозяйстве. Также наш регион нуждается в газе и водороде, поэтому я думаю, что нас ожидает плодотворное партнерство. Новым почетным консулом Казахстана назначен Феликс фон Лимбург. Немецкий бизнесмен более 30 лет ведет предпринимательскую деятельность как в Германии, так и в других странах. В частности, его компания занимается разработкой инновационных решений для строительной отрасли. Феликс фон Лимбург будет продвигать Казахстан в своем регионе и расширять как экономическое, так и культурно-гуманитарное сотрудничество с нашей страной. Одна из сильных сторон нашей федеральной земли – это машиностроение, а также возобновляемая энергетика и производство водорода. Поэтому наши бизнесмены определенно смогут найти себе партнеров в Казахстане. Наши страны связаны многолетней дружбой и успешным партнерством, а я буду работать над тем, чтобы еще больше активизировать нашу работу. В регионе Саксония-Анхальт теперь будет представительство такой большой страны, как Казахстан. Это укрепит сотрудничество между нами. Я считаю, что мы можем углубить наши связи в сфере образования и науки. Молодые казахстанцы могли бы обучаться в нашей федеральной земле. Это открыло бы для нас новые перспективы. Стороны уверены, открытие почетного консульства будет способствовать дальнейшему расширению двусторонних отношений. Это возможность привлечь новые инвестиции, технологии и реализовать совместные проекты в приоритетных для нас отраслях. Шолпан Найманбаева, 24KZ, Германия. Евразийский банк – первая отечественная компания, которая вступила в коалицию «Бесценная планета» – глобальную инициативу MasterCard. Ее цель – противостоять изменениям климата и содействовать восстановлению экоравновесия. По этому случаю представители Евразийского банка и MasterCard высадили в Алматы аллею розовых каштанов. Гафу Али продолжит. Евразийский банк присоединился к коалиции MasterCard «Бесценная планета», задача которой посадить 100 миллионов деревьев к 2025 году, чтобы внести свой вклад в предотвращение глобального потепления и последствий углеродных выбросов. Напомним, Казахстан принял обязательство достичь углеродной нейтральности до 2060 года. MasterCard построил такую прекрасную глобальную коалицию, которая называется Priceless Planet Coalition, бесценная коалиция, бесценная планета. И здесь, в этой коалиции уже больше, чем 150 разных участников, разных партнеров с целого мира, но до сих пор не было никакого партнера здесь, в Центральной Азии. Сегодня климатические изменения в мире негативно влияют на комфортное существование граждан. Это подтверждают и серьезные наводнения и пожары в Казахстане. Поэтому MasterCard повсеместно инициирует проекты, нацеленные на сохранение окружающей среды. Например, выпуск пластиковых карт из переработанного сырья. Люди, которые будут пользоваться эко-картой от Евразийского банка, им самим не надо выходить и высаживать деревья. То есть, или покупать дерево. Дерево же не просто так посадить. Надо найти, купить, посадить. А все это будет сделано организовано, централизовано силами Евразийского банка. В банке считают, что забота об окружающей среде и социальная ответственность способствуют устойчивому развитию экономики и бизнеса в стране. За последние 3 года усилиями банка и его сотрудников высажено более 200 деревьев в разных городах страны. Гафу Али, Эдуард Кон, 24KZ, Алматы. Почти 100 экземпляров старинной литературы привезли из регионов специалисты Национального центра рукописей и редких книг. Недавно они посетили Туркестанскую, Кызылординскую и Жамбылскую области. Местные жители сдали в фонд центра антикварные книги, хранившиеся в семье и имеющие историческую ценность. Теперь их ждет этап реставрации, а после введения в научный оборот. Всего с момента открытия эксперты восстановили порядка 200 рукописей и редких книг на арабском, персидском и чагатайском. На тайском языках. Часть привезли в Казахстан из-за рубежа. По программе «Архив 2025» в 2022 году мы выезжали уже за границу. То есть мы были в России, в Катаре, Египте, Индии, Венгрии и так далее. И привезли очень много материала, касающихся вот именно истории, культуры Казахстана. Мы должны сохранить то, что вот нам осталось от наших
предков, мы должны их сохранить для будущего поколения. Мы должны знать свою историю, свое происхождение, свой язык. По данным Института общественной политики, лишь четверть казахстанцев читают книги. В опросе приняли участие 8 тысяч жителей страны. Треть из них за год прочли только одну книгу. Тем временем число талантливых писателей в стране растет, а издатели стали уделять большое внимание качеству выпускаемого продукта. С экспертами сферы накануне Всемирного дня книги встретились наши корреспонденты. Айгуль – современный писатель-реалист. История жизни – основа ее произведения. Герои автора попадают в нестандартные ситуации и благополучно проходят через испытания. На первое место при этом ставят вечные ценности – дружбу, любовь и добро. За плечами женщины – 4 успешных проекта. И что удивительно, в литературу она пришла после 19 лет работы в IT-сфере. Идеи я беру, в принципе, из жизни. Это может быть даже услышанный где-то какой-то случайно, нечаянно разговор или история, которая произошла с кем-то из знакомых. И это все можно переработать, обогатить и сделать из этого книгу. Собственно, у меня так и происходит. Радует то, что люди все равно продолжают читать, несмотря на то, что вроде говорят, что интернет заполонил, там какие-то гаджеты, какие-то программы и так далее. Люди все равно читают и читают с большим интересом. Вместе с тем, казахстанцы отдают предпочтение книгам про успешные стартапы, личный бренд и финансы. На полках магазинов такая литература долго не задерживается, как и произведения исторического характера. Взглядом известных писателей на становление и развитие казахской государственности все больше интересуется молодежь. Спросом также пользуется социальная тематика, то, что актуально здесь и сейчас. Очень важны исторические темы, потому что они помогают самоидентифицироваться, то есть очень связаны сейчас с социально-политической обстановкой, поднимается очень много тем. И, конечно же, помимо историзма, люди любят фэнтези, любят уходить в какие-то сферы, касающиеся нереальных миров, это тоже круто. Но и вот немножко хромает у нас сейчас, наверное, художественная литература, потому что люди не совсем понимают, зачем она есть. Ближе сейчас им нон-фикшн, например, это какая-то проза для обучения. И, ну, поэзия всегда будет жить. Несмотря на то, что в книжных магазинах огромный выбор литературы на любой вкус и карман, читают в стране мало. По данным Института общественной политики, хотя бы одну книгу в год может осилить лишь четверть жителей страны. Остальные ссылаются на нехватку времени и просто отсутствие такой привычки. При этом талантливых писателей в Казахстане становится больше, говорят эксперты. В Казахстане авторов достаточно для нашего рынка. И очень много еще пока не нашли свое издательство. Очень много. У нас есть, ну, там целый пул заявок, которые ждет своего рассмотрения еще на редакционном совете. То есть, ну, и это не заканчивается. Ну, это серьезная работа. Там работают несколько экспертов. Это главный редактор, редакторы, коммерческие службы, маркетологи смотрят, насколько эта книга, жанр, тема будет продаваться, насколько текст качественный, насколько писатель попал в тему дня. Ну, это очень много экспертов задействовано в рассмотрении рукописи. В стране принимается ряд мер для поддержки отечественных писателей. Их статус предлагают определить законодательно. Большое внимание уделяют и популяризации чтения, особенно среди детей. По поручению главы государства планируется расширить библиотечный фонд, отдавая предпочтение литературе, которая отражает страновую специфику и соответствует национальным интересам. Айсулу Махмутова, Гульдана Кален, Мурат Арипханов, 24KZ. Самого активного читателя выбрали в Жамбылской области. Лучшей стала редактор районной газеты Айханым Аскарбек. За год она прочла 200 книг. Говорит, к чтению пристрастилась с детства. Всего выбрали 12 книголюбов. Их наградили в ходе фестиваля, посвященного Международному дню книги и авторского права. К слову, в области работают 285 библиотек. Сейчас работают современные библиотеки с большими книжными фондами. Книги помогают пополнять словарный запас и расширять кругозор. Поэтому я призываю их читать и духовно развиваться. Основные гости наши это являются
представителей Казанского института культуры. Это наши коллеги. Естественно, это в целях, вот, знаете, обмена опытом, а также в целях подготовки и переподготовки наших библиотекарей. Помимо этого, они завтра будут проводить мастер-класс по библиотечному делу. По итогам первого квартала 337 тысяч читателей пришли в наши библиотеки. И на этом у меня все.